Красиловский агрегатный завод выпускает твердотопливные отопительные котлы мощностью 150, 250 и 400 кВт. Котел состоит из стальносварного корпуса, изготовленного из листовой котловой стали толщиной 5 мм. Технология изготовления предусматривает проведение сварочных работ в среде защитных газов, что значительно повышает качество сварного шва. В верхней части корпуса находится теплообменник, где происходит основная передача тепла от продуктов сгорания к теплоносителю. В средней части расположена камера сгорания, а в нижней – зольная камера, где накапливается зола. На корпусе установлено трое дверей с уплотнительным жаростойким шнуром, уложенным по контуру. Конструкция дверей дает возможность в процессе эксплуатации регулировать плотность их прижатия во избежание попадания дыма внутрь помещения. Также для дополнительной теплоизоляции верхняя и средняя двери заполнены жаропрочным бетоном. Верхняя дверь служит для очистки дымовых каналов от сажи, которая образуется в процессе эксплуатации. Средняя предназначена для загрузки топлива в камеру сгорания. В ее конструкции предусмотрено смотровое окно для визуального контроля за процессом горения. Нижняя дверца используется для удаления золы. На переднюю стенку котла выведены патрубки очистки водяной сорочки котла от возможных загрязнений. Топочная камера футирована жаропрочным кирпичом, который позволяет поддерживать высокую температуру при горении топлива и увеличивает долговечность и надежность котла. Горение топлива происходит в топочной камере на чугунных колосниках. Под ними расположены трубы с водой, что значительно увеличивает эффективность теплопередачи от горящего топлива и его остатков, которые попадают в зольную камеру. При помощи двух вентиляторов в топочную камеру поступает первичный и вторичный воздух, необходимый для качественного процесса горения. Регулирование этого процесса осуществляется автоматикой с монтированными датчиками контроля температуры воды и продуктов сгорания, что увеличивает КПД котла за счет более точного определения общей рабочей температуры. Рабочее давление воды в котле составляет 4 бара, что позволяет повысить температуру закипания до 141 градуса по Цельсию. Во избежание превышения давления в системе отопления на котле установлено два предохранительных сбрасывающих клапана, а также автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из водяной сорочки котла. В целях предотвращения возможного повреждения корпуса в случае мгновенного возгорания накопившихся горючих газов в топочной камере, на верхней двери установлен взрывной клапан для сброса избыточного давления в топке. В комплект котла дополнительно входит набор для чистки.